В Красноярском крае вскоре начнется уборочная кампания, однако урожай придется пожинать устаревшей техникой. О том, как борются с проблемой и почему в крае самый высокий урожай в Сибири, выяснял Роман Рыков. Краснодарский край – самый урожайный в России, а Красноярский – в Сибири. Это несмотря на капризную погоду, то засуха, то заморозки. Более 50 центнеров с гектара помогают собрать в том числе и разработки сибирских ученых-селекционеров. В Красноярском крае тут работает сразу несколько сортов и по ячменю, и по яровой мягкой пшенице, и по овсу, и по гороху. И вот этим вы как раз и добиваетесь вот той стабильности, которая на сегодня вывела ваш регион на одно из тех лидерских мест. Сегодня в Емельяновском районе прошел агропромышленный форум «День поля». Он организован для обмена идеями между властями, крестьянами и учеными. Как сохранить нашему региону статус сибирской житницы? В течение вот уже 9 лет мы по своим показателям первые в Сибирском федеральном округе. Но жизнь на месте не стоит. Все новые и новые требования и к процессу ведения хозяйства, и к качеству продукции, и к экономике предъявляются, поэтому без внедрения новых технологий, без совершенствования нам никуда не обойтись. В рамках форума состоялась и выставка сельских машин. На выставке было представлено более 80 единиц сельскохозяйственной современной высокопроизводительной техники. В основном она предназначена для заготовки кормов и уборки урожая. Для обновления техники из краевого бюджета за последние 5 лет выделено более 2,5 миллиардов рублей. Если бы не субсидии вот именно региональные, краевые, то, наверное, в лучшем случае это было бы даже не развитие, пусть даже не очень быстрое, а стагнация. Благодаря поддержке краевой администрации, вот там субсидия была на тяжелые трактора. Впервые в этом году я вот проблем не знал ни посевную, ни летом. Обсуждалось на форуме и необходимость внедрения энергосберегающих технологий. Это позволит снизить расход топлива, количество людей в сельхозработах, а также потери урожая. Роман Рыков, Андрей Магомедов, Вести Красноярск из Емельяновского района.